Сегодня 18 февраля. Добрый день. Тут заехал на поле. В жизни не догадаетесь, что мы здесь делаем. Если я не подойду ближе, конечно. В общем, то, что надо было сделать осенью при посеве, не знаю, что-то тормознул, не подумал. Вот. Надо было ставить просев сеялкой и вручную там высеять, чтобы с нормой там 250-500 тысяч, ну разные нормы насеять, посмотреть, как будет развиваться. Ну, не хватило образования для этого осенью, поэтому пришла такая идея. Взять и просто проредить посевы, уже которые есть. Вот. Сделаем два небольших участка по 10 квадратных метров. 250 тысяч, чтобы было на гектар норма. И 500 тысяч семян. Понятно, что уже кущения дополнительного не будет. Ну, просто посмотрим за развитием, какая будет разница в развитии колоса. Вот. Ну и как поведут себя боковые побеги, как они отреагируют, как на растениях, которые рядом на этом же поле в сплошном посеве, здесь который уже изрежен. Ну, будем поглядеть, как это все у нас выйдет, чтобы понимать. Хотя еще раз повторюсь, что надо было, конечно, это сразу изначально осенью посеять, тут и развитие бы, и кущение было бы совсем другое. Но уже опоздали. Это уже на следующий год только можем себе позволить. Это уже другое поле. Здесь естественным образом у нас получился изреженный посев. Прозевали хлопцы, когда сеяли, что забился грибок. Вот. И оно начало вот с этой полосы, как уже сеять реже. Ну, объясню, почему так полосами. То есть они сеяли через, как сказать, пропуская один ряд. Поэтому так получилось полосато. Для удобства, ну, на развороте, чтобы не брать слишком острый угол, сеяли так, потом засевали, ну, каждый рядок. И вот с этого началось, с этой полосы, скажем так, и пошло туда вниз, вот, туда до ветряка. И здесь как бы еще не, ну, тоже есть вот отдельно стоящее растение. Тут получается где-то 25-30 сантиметров между растениями. Пожалуйста, какое кущение здесь получилось. Я не выкапывал, не считал. Потом уже, когда будет оно по весне нормальное развитие, тогда мы это все увидим и сравним. Где-то чуть плотнее, там через 10 сантиметров. И вы видите, как оно растение аж втянуто туда вниз. Аж как будто его затянули туда сантиметра на 2, на 3. То есть в случае с нормальным посевом, с плотным, то есть такого нет. Здесь вот так вот оно получается. Да? И посмотрите теперь вот здесь.
как точка роста затянута туда вниз. Интересный эффект такой получается. Ну вот, и здесь вот первый участок, тут, по-моему, 700 тысяч вышло, но мы потом пересчитаем. А второй участок, который мы оставили, не стали пересевать, здесь меньше, здесь что-то, по-моему, если мне память не изменяет, что порядка 400 тысяч. Мы пересчитаем. Здесь, конечно, неравномерно. Здесь один рядок получается вот реже, да, вот этот. А эти более гуще выходят. Но тем не менее, потом посчитаем. В любом случае мы это оставляем. Поглядим, что из этого получится. Понятно, что неравномерная расстановка здесь тоже. Ну, при всем при этом. Поэтому поглядим. Искусственно изреженное, как будет. Единственная беда, там, конечно, проблема больше, мы уже кущения дополнительного не получим. То есть так только отыграет колос, количество зерен в колосе. А здесь вот это кущение есть, поглядим, какое оно будет. Это уже достаточно большой участок выходит. Будем наблюдать за этим. Ну и в заключение сегодня небольшого обзора, небольшого ролика озимой пшеницы. Тут хочу показать участок поля, где мы обрабатывали противозлаковым гербицидом монитор, ну, фармовским. Я ставил меточку, такие вот треугольнички из трех реек, для того, чтобы посмотреть, как будет проходить там гибель или не будет проходить гибель бурьяна. У нас тут есть соседи, у них тут есть овечки. Не знаю, кто там баран. Попаслись немножко овцы, позатоптали. То есть не жалко, что они тут ходили, но жалко, что они тут затоптали. Еле нашел эти рейки, поломанные, сбитые. В общем, поставил их в другом месте, нашел тут участок, где видно бурьян. Вроде бы как он погибает, но все это мы четко и точно увидим только весной. Сейчас, конечно, этого мы можем только так думать, а правда это или нет, не знаю, посмотрим. Вот. То есть в каком вот развитии и в какой фазе сейчас бурьян, в каком состоянии. Посмотрим, что будет чуть позже весной. И здесь есть какой-то другой злак. Не знаю, вот так вот он выглядит рядом. Тоже я буду иметь себе его в виду. Посмотрим, как он будет себя вести, когда будет потепление. Погибнет или все-таки он выживет. Чтобы понимать, вообще работают эти гербициды или нет. Понятно, стопроцентного уничтожения бурьяна не будет. Но хотелось бы хотя бы хоть что-нибудь. Хотя бы 50%. Бывает засоренность очень высокая, особенно по краям. Все, всем удачи на сегодня. Ну, удачи навсегда, на сегодня все.